И снова всем привет! Приветствую вас на нашем канале. С вами я, Руби Снейк. И сегодня мы продолжаем играть Mutant Zero Era Road to Eden. Игра скоро пропадет из геймпасса, поэтому постараемся успеть ее пройти. Ну, если не получится, значит, к сожалению, не получится. Пройдем в другой раз. Я напоминаю, мы играем на самом сложном уровне сложности. Это у нас одна жизнь. В режиме одна жизнь. Да, ну и поехали. Так, мы остановились. А, нет, не остановились. Мы переместились из Ифала, да. Из Дома Костей. Мы переместились сюда, и здесь мы еще не играем. Не успел я немножко прочитать, о чем она говорит, что-то и забыл совсем. Что-то она говорила про каких-то любовников Изи и Фалу, и здесь их дворец. Что-то типа того. Ну, сейчас посмотрим. Look at those wounds. It's like this ghoul got burned to a crisp. А, любопытные раны упырей сожгло дотла. Спорю на кружку лучшего Грога Уприпа, что это металлические. Походу роботы, короче, их убили. Опять не успел немножко. Вон маршируют, я их слышу. Ну-ка, давай залезем сюда и осмотримся. Никого не видать. Так, а что у нас по оружию? Угу. 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 Шум в той стороне, тогда мы пойдем в другую. Собака. Идет к нам. Так,